Всем привет! С вами новости шоу-бизнеса. Набирающий популярность 31-летний музыкант Ярослав Дронов сделал душераздирающее признание о своей личной жизни и семье. Певец под псевдонимом «Шаман» вошел в число тех артистов, которые проявили свой патриотизм и открыто поддержали Россию. И более того, он записал несколько патриотических песен, которые стали хитами за считанные дни. Благодаря этому «Шаман» обрел популярность и славу, к которым стремился долгие годы. Однако у этого есть обратная сторона медали, пишет «Экспресс-газета». С родными приходится общаться, как теперь модно говорить, на удаленке, сделал душераздирающее признание музыкант. Он добавил, что очень скучает по своей единственной дочке, которой всего 8 лет. Варя вместе с мамой живет в Новомосковске, где и родился сам Ярослав. Певец отметил, что при встрече с наследницей очень балует ее. Таким образом, он старается компенсировать девочке недостающее внимание. Однако, помимо развлечений, шаман общается с дочкой на серьезные темы. Например, он активно интересуется, как Варвара видит себя в будущем. Музыкант рассказал, что девочка растет очень способной. В свои 8 лет она играет на фортепиано, занимается вокалом и танцами, а также любит рисовать. Ей скоро исполнится 10 лет. И я считаю, что такой вопрос нужно задавать как можно раньше. Если человек определится с направлением, кем он хочет быть, ему будет проще. Она пока думает, но пробует все. Это прекрасно, что у нее есть разные варианты выбора. Я интересуюсь, спрашиваю, но не давлю. Жду, что она ответит, сообщил певец. Так что кто знает, возможно, в будущем нас ждет еще более талантливое одарование. Еще более гласистая, чем сам шаман. Ну а вы можете написать в комментариях, верите ли вы это или нет.